Ну что ж, друзья, всем привет, мы с вами продолжаем играть в игрушку Симулятор вора, мародера и вообще фиг пойми кого, да, кем мы только еще не будем являться. Что у тебя тут есть? Ну, в общем, ясно. Так, остановились мы с вами на том, что приехали в ломбард, скинули всякие предметики, да, продали кучу всего. Нам нужно разберить дома... разберите дома драгоценности. Нам нужно сегодня с вами накопить денег, сколько я не помню. Но сколько сможем, столько и накопим, да? Погнали сразу же смотреть. Здесь мы все продали. Это что, у меня что-то в инвентаре есть? У меня куча всего что-то в инвентаре лежит. Ну и ладно, пусть лежит. Поехали. Сегодня поворуем, посмотрим, что еще у нас интересненького есть. Я уезжаю сегодня, поэтому я постараюсь для вас сегодня поделать побольше роликов, чтобы вы тут не грустили без меня, да? Ну как иначе-то, правильно? Так, с чего мы с вами начнем? Мне нравился, кстати, домик один. Если не ошибаюсь, это был 104-й. Да? Да, вроде 104-й дом, погнали посмотрим. Так, вот он. Вот он, это ты, это он, это он. Это он нас ждет, а мы такие уже приехали, все готовенькие. Так, да, нам нужно будет с вами, видимо, поспать. Где тут появлялась иконка? Ай, что-то я врезался. Так, спокойно. Где иконка появлялась? Иконка? Ну, во-во-во. Нет дома? Ага. А, все правильно, мы можем прямо сейчас туда заходить спокойно, я вспомнил. Там один поселенец, который... поселенец... Один чел постоянно тут ошивается, и он в основном ошивается на самом последнем этаже. То есть он нас особо не интересует, особо нам не помешает. Можно спокойно все воровать, забирать. А это вообще для нас проблемой не будет являться. Погнали. Так. Лишь бы успеть до того, как второй вернется. Вот второй, думаю, если вернется, то возникнут из-за него у нас с вами проблемы. Поэтому нужно побыстрее этим заняться. Так, погнали. Да что он там услышал? Он спит, ему вообще вроде похуй. Ну да, ему все равно. Так, ну все равно открывать будем потише. Так, это мы забираем. Это вроде можно спокойно забрать. Нам нужны с вами деньги. Нам нужно очень много денег. Сколько колонка весит? Давайте посмотрим, сколько стоит колоночка. Мы ее тоже продадим. Ой, тут сейчас дофига людей ходит. Давайте пока ее сюда скинем. Пусть она лежит. Мы с вами пойдем дальше по дому гулять. Смотри, что тут есть. Мне нужны деньги. Мне нужно очень много денег. Я не помню сколько, но я думаю, 1000 еще нам с вами понадобится. Ваза яблока. Прикольно, давайте возьмем. Такое я еще не видел. Подсвечники, да. Ну, давайте заберем подсвечники. Почему нет? Так, и все. Инвентарь у нас с вами сразу же заполнен, да? Как раз можем выйти. Тут все как-то разошлись. Так, удобно для меня. Просто берем. Ну, придется скинуть и подпрыгнуть. Замечательно. Все, закидываем это внутрь. Оно вроде даже может сквозь. Не может? Не может. Ну, тогда мы сделаем вот так. Бэц. Запихиваем. Мне кажется, там еще что-то может вместиться. Почему сказано, что нет? Конечно, непонятно. Ну, ладно. Так, что нам в вазу? Это все мы скидываем, что много весит. Как бы логично это ни звучало. Так, все, это все. Теперь забираем все остальное, что у нас поместится. И свалим отсюда. Тут еще человечек сейчас будет мимо проходить. Надеюсь, он нас не спалит. Но если мы присядем, все, спасибо, то у нас никто не спалит. Давайте попробуем, может быть, еще одну колоночку забрать. Вроде, ну, там видно, что... Точнее, у нас было понятно, что только одно место есть в багажнике. Но там столько еще свободного места. Мало ли, я могу еще взять вкусняшку какую-нибудь. Было бы неплохо. Было бы очень неплохо. Картину, так полагаю, да, надо носить в руке. О, я помню, я могу вроде телефон этот спиздить. Давайте-ка его возьмем. Опа. Замечательно. Деньги не храните тут, нет, жалко. Так, идем дальше. А, еще вот эта вот штука вроде дорогая довольно-таки была. Или мне кажется. Но, тем не менее, забираем по максимуму. Пока есть место, будем забирать все, что можем. Денег я тут, к сожалению, не вижу. Это печально, кстати. Хотя бы 50 баксов, но было бы неплохо. Было бы очень неплохо. Может, оттуда? Ну-ка. Вообще денег нету, бомжи какие-то. Ладно. Погнали, сейчас спустимся на этаж ниже. Это, конечно, уже опасненько, но... вроде там сидит, в нос не дует. Ему вообще все равно как-то на нас. Да?
Да, скоро уже второй человечек придет, надо побыстрее здесь все забирать, что возможно. Какие-нибудь маленькие вещички можно, нет? Меня чуть не спалили, так. О, деньги. Деньги это уже хорошо. А, флешка. Опа, на флешке может быть что-то интересное. Так. Вы это видели? Какого хуя? Что это было? О, можем вазу забрать тогда? Хорошо, тогда забираем с вами вазу. И да, мы полностью не забились, но надо валить. Меня только что чуть не спалили. Я думал, сейчас придется убегать. О, он можно еще свечку забрать. Да? Да, все равно мы полностью не забили свои рюкзаки. Но ничего страшного, просто валим отсюда. По одной простой причине. Сейчас уже вернется второй жилец. И настолько, что чуть не спалили. Я вообще не знаю, как она меня не спалила. Я уже хотел убегать, я даже встал, прямо перед ней прошелся. Она меня просто не заметила. А я такой, типа, а, да? Ну ладно, хорошо. Это было странно, это было максимально странно. Едем сразу же домой. Мы нашли какую-то флешку, чтобы ее не продавать. Мы сейчас посмотрим, можно ли ее продать в компе. Заодно посмотрим, сколько нам нужно денег. Да. Деньги нам тоже нужны. Причем в большом количестве. Мы ради них только здесь все делаем. Так, сколько стоит? А стоит эта штука... А, так нам хватит, наверное, у нас где-то 2400, да, у нас 2300, это 2400, но мы еще ничего не продали, да куча. Во, ваза для цветов продаем, а, подсвечники, а, флешка, флешка, вот электроника. А, ну только приемник здесь нужен, ну давайте продам приемник. Не знаю, что там за флешка, она очень мало весила, и мне кажется, она очень ценная. Очень она должна быть ценная. Хотя не факт, может это вообще флешка нафиг не нужна. Тогда покупаем сразу разбор ценностей. В ломбар чуть позже заедем. Так, а теперь разберите дома драгоценности. Где-то разбор, наверное, здесь у нас, если я не ошибаюсь, да? Да, разбор драгоценностей. А, выбираем. И что надо? Что надо, что надо? А, выбрать, разобрать. А, я просто должен... Что делать? А я что сделал? А, я должен просто крутить. Понял. Понял, 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 хорошо. Довольно-таки странно выглядит, но ладно, окей. Окей. А, я просто должен зажать. А, так ладно. Как повернуть? Ну-ка, эть. Вот еще. Разбираем. Разбираем. Молодой человек. А, вон, надо зажимать. Тьфу ты. Так, звонит нам опять Винни. Настоящий профессионал знает, как справиться с серьезным сейфом. Хватит ли твоих навыков взломщика, чтобы справиться с этой работенкой? О, сейф! Вот это что-то интересное. Поедем с вами грабить сейф? Достигните 4 уровня навыка взлом замков. А у нас, может, есть навык, как думаете? Или мы с вами не апнули ничего? Есть, это хорошо. У нас еще два навыка. Взлом замков уровень 4. Мы, смотрите, уже половину здесь всех навыков вкачали. Это хорошо. Это очень хорошо. А, не, не половину. Меньше, меньше, меньше. Ну, все равно. Так, откройте тренировочный сейф дома. Воу. Найс сейф, там какое-то ведро. А, взлом сейфа нужен. Ну-ка, погодите, это нужно что-то купить, что ли? Опять что-то покупать. А за какие деньги, если не секрет? Миллионы? Ну-ка. Стеклорез. Взлом сейфа. У нас появился стеклорез и взлом сейфа. И они оба стоят ёбаные миллионы. Что это? Ладно, хорошо. Нам нужно 5000. Но вообще нам нужно 2,5 для сейфа. Нам же только сейф нужен. Я думаю, окна нам пока что не надо будет стеклом, это стеклорезом херачить, да? Ладно, давайте сначала в ломбард тогда съездим. Продадим все, что нам нужно. Все, что можем, точнее, продадим. А у нас еще вот эта колонка есть. Мы, может, 1000 хотя бы поднимем, было бы неплохо. Нет, а, да, браслет. О, да, мы же можем эти запчасти тех продать от браслета. Вкусно, 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 вкусно. Ну, так, слушайте, нам в итоге не так уж и много надо. Нам нужно всего 1000 накопить. Погнали, еще немножко поворуем. Че, это же дело любимое наше. Погнали, погнали, погнали. А, куда можно съездить? Где никого нету ночью? А, вроде все, да, есть ночью. Плохо. Плохо, плохо, плохо. Погнали, может, знаете, в какой домик? А, был у меня один вкусненький домик. Вот как раз-таки на 113-й.
Надо будет, конечно, подождать, когда все уйдут на работу, но и думаю, с этим мы справимся. Там где-то рядом парковочка была. Там до скольки? До 8 утра давайте посидим, наверное, как раз. Да? До 8 или чуть больше? Хороший вопрос. Спать в машине? Давайте до 8. Да я бы даже до 9 поспал. И я вышел, ложал, понял. Спать в машине? До 9. Спим? Все, баю. Все, теперь входим обратно и поехали. Так, заводись-ка, спасибо. Так, сейф это, конечно, что-то интересное. Видимо, мы сейчас пойдем кого-нибудь грабить. Я думаю, этой серии мы обязательно должны это сделать. Конечно, воровать это круто, да, все подряд. О, мы очень вовремя с вами по времени, конечно, здесь все сделали. Как раз сейчас все из дома уходят, это не может не радовать. Так, я могу прям, наверное, входную дверь. А, есть ли кто дома, интересно? Я же могу открыть просто спокойно. Вопрос, есть ли кто-то дома? Уже же должны были уйти, да? Это вот та девка уходила? Ну-ка. А никто меня сейчас не спалил, когда я вот эту тему делал. О, давайте, кстати, впервые своруем с вами картину. Заодно посмотрим, сколько, насколько дорого стоят картины. Может, мне стоит картины воровать? Просто они весят до хера, 9 килограмм. Не знаю, в чем тут, конечно, измеряется, но 9 килограмм для картины, это, конечно, немало. Все ложим. Почему это нельзя их штабелями так наложить, эти картины? Было бы неплохо. Можно спокойно все забирать здесь, как бы, да? Это дело такое. Так, маршрутизатор забираем. Старую вазу. А, серую, а не старую. Тоже забираем. Нас чуть не спалили, надо быть аккуратным. Так, здесь ничего нет. О, денежки. Ошибочка вышла, что-то да и было. Так, мне что-то подлагало. Спокойно, не лагай! Спасибо. Так. Что у нас тут еще есть? Я уже не помню, что тут было. А давайте попробуем взять эту картину. Можно там будет еще раз положить? Если нет, то это нереалистично, конечно. Ну ладно, что поделать. Так, здесь вроде забирать нечего, зато есть вот эта чайница. Еще бы венцо бы позабирал, почему нет, да? Микроволновку уже взять не могу. Ну и ладно. Так, пойдемте заодно сейчас все сложим. Чтобы меня сейчас там вот это... Прохожий не спалил. Да, поаккуратнее. Бэтс. Вот еще на машине кто-то проехал до кучи. А, можно! О, реалистично. Ладно, признаю, реалистично. Да признаю, признаю, правда, реалистично. Не, я думал, типа, нельзя будет, лол. Прикольно. Нет, хорошо, это правда хорошо. А, давайте-ка я здесь позабираю вот эту всю тему. Сюда закину учебник. Все, замечательно. Не, ну ладно, признаю, реалистично. Картины можно штабелями этими ложить. Просто друг на друга. Ладно, хорошо. Хорошо, да хорошо, ладно. Это, кстати, круто. Можно еще одну взять. Надеюсь, она из-за того, что большая, ее можно будет взять, да? Просто если нет, то... Ну, нереалистично. Ладно. Блять, все повываливалось. Нет, она уже большая, нельзя. Зачем ты реалистичная, я не понимаю. Ну ладно, хорошо, допустим. Еще-то одну маленькую я смогу положить. Вот эту, например. Она вроде небольшая. Или не, она тоже вроде, да, большая, слушайте. Ладно, пойдем тогда сначала по дому полностью пройдемся. Так, я помню, там был какой-то интересный лут. Там иногда гитара еще была. Вот гитару я бы не против забрать, она вроде дорогая. Так. Да давай! Спасибо. Хорошо. Бэм-бэм-бэм-бэм. Мячик. Забрать нельзя, печально. Что он тут делал? Мы никогда не узнаем, конечно. Так, будильник забираем. Лень нагибаться, поэтому как-то вот так заберем его. О, стеклянные фужеры. Это мне. Все, место кончилось. Можем отсюда валить. Есть какая-нибудь маленькая картина? А, да, гитара. Забыл совсем про нее. 7 кг весит, что можно выкинуть? Нафиг не столько фужеров. Так, предметы. Сколько фужеры весят? 5 штук, каждая по одному. Сколько стоишь? А что так мало? Бросить. Что я бросил? Я что-то не то бросил, кажется, слушайте. Ладно, сейчас поднимем. Что, я не то бросил? Так, и будильник давайте тоже кинем. Что-то я не то бросил. Лом! Зачем я выкинул лом?
Так, все, ровно теперь профиль у меня забит полностью. Есть какая-нибудь маленькая картина? Может, здесь где-нибудь висит? Нет? Не, нету. Давайте попробуем эту. Но она тоже большая, это прямо видно, я думаю. Ну, попробуем, почему нет? Здесь меня сейчас не запалят, хотя должны. Должны, надо быть аккуратней. Ты меня не видишь. Ты меня понял? Бля, это максимально странно. А если я захочу две большие картины, а не две маленькие? Я ж смогу выложить две маленькие и положить две большие. По логике вещей? Да. Наверное. Раз. Гениально. Все, валим отсюда. Лучше уж две большие, чем две маленькие. Логично? Все, поехали. Сразу же сейчас домой за... Бля, еще машину поцарапал. Домой заедем, посмотрим, мало ли можешь что-то продать. Дорого-богато, было бы неплохо. Но скорее всего нет, да и гитару эту я тоже уже забирал, так что... Скорее всего нельзя. Ну ладно, опыта получили. Мало ли, maybe level даже апнем, нет? Нет, ну ладно. Так, ну что, рассказывай, могу что-нибудь продать хорошенькое? Нет. Да нет. Ну ладно. Ну и ладно. Тогда мы едем с вами в ломбард, все продаем, надеюсь, денег мне хватит. И мы поедем с вами взламывать сейф. Сейф, это, конечно, должно быть вкусно, надеюсь. Я очень надеюсь. Так, здравствуйте. А я к вам это, как бы. Да, я как обычно. Ой, а чё так... О, ёб твою мать, фу, почему так мало стоит? Ладно, признаю, кого-то залупа. Какая-то залупа. 1800 баксов в итоге. Это то, что у меня в инвентаре, да, было? Да, а теперь давай продадим то, что здесь у нас лежит. Но мне не хватит. Я уже это прекрасно понимаю, что мне не хватит. И это меня очень сильно печалит, на самом деле. Нужно 2500. А у нас 2. Ну и что? Что делать? Вот как жить? Да даже ворам тяжело живется, как вы можете заметить. Просто денег нету. Просто нету денег. Ладно, сделаем сейчас полегче. А именно, наш любимый дом 104. Здесь очень много денег можно заработать. Я думаю, именно этим мы и займемся. Сюда, отсюда прям очень много денег можно вытащить. Учитывая, что здесь почти круглосуточно. Ну, относительно, да, днем именно. Можно спокойно воровать. Здесь всегда нету одного человека днем. Конечно, все нужно делать очень медленно. Но что поделать. Ну, давай, спасибо. 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 Да, спасибо. Спасибо. Все. Открываем медленно. Приемник. Это тоже все пооткрываем. А смысла, я думаю, нету открывать. Я и так знаю, что где лежит. Нужное мне. Поэтому я все это и заберу. Колонка много стоит, это я точно помню. Мне, возможно, даже одной колонки и хватит. Но мы еще поворуем на всякий случай. Мне... Потому что я уже думаю, что ни хера мне не хватит. Че, как ты меня спалил? Ты что, офигел? Быдло. Иди-ка отсюда. Так, а я забил себе рюкзак, поэтому давайте-ка мы... Да, спрыгни. Спасибо. И я за тобой. Интересно, а можно колонки также стакать? Я так полагаю, можно одинаковые предметы стакать. А колонку можно будет стакнуть? Так, ну сейчас проверим, сейчас глянем. Так, для начала давайте все скинем сюда. Надеюсь, нам будет еще одна колонка. А, приемник так-то много весит, да, я смотрю. Ну ладно. По много мы, конечно, забрать в этот раз не сможем. Но ничего страшного, ничего страшного. Так, лишь бы меня сейчас этот чел не спалил. А, он в другую сторону пошел. Какой ты молодец, слушай. Все, заваливаемся сюда. Опять забираем телефон. Нахер они каждый раз телефон покупают, я не понимаю. Нафиг он вам нужен, пацаны? Ну, типа, ну серьезно. Бросьте вы это дело. Так, глобус. Глобус заберем, мало ли. Мало ли понадобится, да? Карту там узнать, мира, вся фигня. Так, здесь лучше быстрым шагом. По одной простой причине. Хочу осмотреться, что тут есть. Чем быстрее это сделаю, тем лучше. Так, тут нихера нету. Дальше идем сюда. Тут нихера нету. Вот тут что есть. Тут, я помню, тоже что-то должно было быть. Но разбивать я, наверное, уже не буду.
смысла не вижу. Да, блин, тут нету лута такого, который мне нужен. И колонки второй, кстати, тоже нету. Это тоже печально. Давайте откроем, может, здесь что-то будет интересно. Деньги там. Да, блядь. Ладно, а тогда мы что с вами делаем? Мы возвращаемся с вами наверх, потому что сейчас тоже наверх пойдет. Ну как, она пойдет на второй этаж, а мы на третьем с вами будем. Давайте здесь тогда полутаем шкафчики. Может быть, что-нибудь в них в этот раз все-таки будет. Но это детская, здесь нихера нету вечно. Укрытие зато есть, да? Больно оно мне, блин, нужно. Ладно, все, хорошо, валим отсюда. Видимо, больше я ничего интересного забрать не смогу, к сожалению. Печально, что поделать. Ну, что поделать, вот как-то так и живу. Бедный вор, блин, даже поворовать нормально не дают, ужас. Ужас, что за люди пошли, ё-моё. Бедные все какие-то. Ладно, поехали, поехали отсюда. Ну, мы нормально, на самом деле, наворовали. Почти два мешка. Плюс еще украли вот эту колонку, которая вроде стоит 400 баксов. Ну или ладно. Надеюсь, хотя бы если она 200 стоит, то мы должны будем окупиться, я надеюсь. Погнали в ломбард сразу же. Дома нам там продавать нечего, это я точно знаю. Можно вообще дома задание на компе брать, на самом-то деле, да? Новый левел мы апнули. Ну вот, не зря все делали. А, 120 даже. Зато вот этот приемник стоит 180. Вот так замечательно, слушайте. Нам хватает денег, надеюсь. Сейчас посмотрим. Будет смешно, если мне не хватит совсем чуть-чуть. А скорее всего так и будет, а я заплачу. Я заплачу. Так. Так, куда плакать? Куда плакать? Куда? А, блядь. Подождите, есть вариант. Возможно. Сейчас отправляемся домой. Сука. Эй. Возможно, я что-то здесь в шкафчике оставлял. Ваза. Сколько стоит ваза? Хороший вопрос. Погнали, посмотрим. Но я сомневаюсь, что она стоит 20 баксов. Но если она столько стоит, то это замечательно. Меньше действий сделаем, так же лучше будет, да, намного? Welcome back. Бля! Ладно, так, окей, окей. Не, ну ладно, раз уж мне не хватает целых, сука, 20 баксов, мы едем воровать. Сука, какого черта? Какого, правда, черта, спрашивается? Ну, мы сделаем сейчас все полегче, мы просто вот здесь вот в домиках поворуем, здесь никогда никого нет. Нам нужно совсем чуть-чуть, ну там что, нам нужно 20 баксов, Карл. 20 баксов, и все. Дали бы мне, блин, какую-нибудь скидку там, потому что, ну, дешево ведь стоит. А, я здесь не могу, да? Как отменить, я вечно забываю. А, на Е. Так неудобно. Так, нужно же сломать, если я не ошибаюсь. А где у меня лом? Почему он не назначен? Стоп. А слот сюда. Бэм! Здрасте, батя прищуль. Я сказал, батя прищуль. Так, забираемся. И начинаю воровать эти сковородки, кастрюли, тостеры. Это все мое. Может, деньги будут? Вот если будут деньги, то я точно буду уверен, что все хорошо у меня. Ну, денег тут нету, да? Да, денег тут в этот раз нету. Но, блин, печально, на самом деле. На самом деле печально. Ладно, давайте на всякий случай еще один дом обворуем. Я что-то уверен, что мне этих денег не хватит, на самом деле. Так, ломай нахуй. Здрасте, я за вашими сковородками, кастрюлями, что-нибудь есть? Ой, спасибо, спасибо. Ой, спасибо, спасибо. Так, шкафчики пооткрываем. Мало ли, да, тут что-нибудь будет. Нет, нету ничего. Ладно. О, чайник, ну это хорошо. О, кастрюля, не, ну все, все. Окуп получается, купился. Так, еще в ванну напоследок зайду. Что тут? Гигиенично, все хорошо, да? Замечательно. Валим. Валим, валим, еще раз валим. Ой, тут машина въебалась. А я в машину не могу сесть. Чего не могу в машину сесть? Я из этого еблана не могу в машину сесть? А, его могу. Ну ты еблан, конечно. Задним ходом сдаем. Разворачиваемся, как полиция. И едем вперед. Этот, блядь, иди нахуй. Меня еще подрезает какое-то чмо. Вообще ужас, мне люди. А мы здесь проедем.
Зря! Нет, что я сделал? Надеюсь, я особо... Надеюсь, у меня будет 50 баксов? Господи, зачем я это сделал? Я забыл, что за машину надо сразу платить. Ой, блядь. Ой, ёб твою. Ладно, ладно, ладно. Надеюсь, мне хватит денег. Если нет, то я заплачу. Блядь, да. О, ебу! Ровно, друзья, мне ровно хватает денег просто. Не, ну чтобы взломать сейфы, я не знаю, я прямо из кожи вон вылез. Мне еще ровно хватило. Я же думал, что опять придется ехать, и у меня бы это... Ну, было бы плохо, сердце бы остановилось. Ну хорошо, мне ровно хватает. Лишь бы сейчас случайно не ток не купить. О, все, купили то. Взлом сейфа готово. Погнали смотреть. Так. Ну давай, учи. Учи, как взламывать. Вращайте диск сейфа с помощью показанной... А, ну я понял, это легко. До щелчка, я помню до щелчка. До щелчка. Опа. Дальше, в другую сторону. Так, ну это довольно-таки легко. Там просто писк становится все громче и громче, тогда можно определить, когда нужно... Замедляться? Ладно, наебал получается. Бля, ладно, хорошо. Ну-ка, давайте. Ну-ка. А почему? Да бля, я не умею сейфы взламывать. Это будет тяжело, друзья. Но мы справимся. В другую. Следующая там 80 с чем-то. Смотрим. Так, где-то вот здесь вот, да? Так. И в обраточку. О! Я смог! Винни, привет. Со стола мистера Ломбарди пропал важный документ. Интуиция подсказывает мне, что он сейчас на Гринвью 102. Будьте с хорошим долговым рабом и поищи его. Окей, без проблем. А, не, сейф мы заново взломать не будем. Да и смысл. Все, погнали смотреть. Украдите документы из 102 дома. Погнали смотреть, там, наверное, будет опасненько. Но мы справимся, надеюсь. Да, как думаете? 102 дом. Надо было для него, наверное, информацию, а у меня денег-то нет. У меня 0 баксов. В прямом смысле этого слова. 102 дом. А где 102 дом? А, вон тут. А, да, мы мимо него много раз проезжали. Я, кстати, на него внимания ни разу не обращал. А он довольно-таки большой, кстати. Он довольно-таки такой приличный, массивненький. А, выход заблокирован. Бля. Как так-то? Во, замечательно. Здесь люди могут пройти? Надеюсь, они здесь не будут ходить просто. Так, хорошо. А, что у нас имеется? Сначала мы взламываем дверь. Вход. Вход в дверь. Дверной вход. Изи. Дальше. А, тут два человека. Они в данный момент спят. Это 100%. Дом, кстати, довольно-таки массивный. И тут, кстати, все в этих жалюзях. Жалюзи. Вон они документы. А, как пройти? Сейчас посмотрим. Может, на заднем дворе где-то что-то. Ебать, гномы за мной следят. Вы чё, падлы? Охуели. Чё, привет. Как дела? Так, ладно. Можно спокойно идти. Я так полагаю, да? Слушайте, на ночь тут все закрывают. Жалюзи, вся фигня. Это печально. Только через главный вход. Нам тут за это 600 баксов, кстати. Окупимся немножечко. Чё там было? Окей. А, сейф, там сейф, я понял. Так, ну пойдемте через вход. Пойдемте через главный вход тогда и... Гараж, ну гараж надо никак не взломать, это тупо. А вот главный вход я бы взломал тогда. У нас вот здесь все для того, чтобы это... Чё, блядь, ты можешь зайти нахуй? А, тут только по ключам. Не понял. Окей. Тогда у нас с вами проблема. Заключается она в том, что нам нужно поспать. Нам нужно поспать, дождаться дня, а там будет видно, что как почем. И что они днем делают. Думаю, покупать про них информацию мы не будем.
По той простой причине, что у нас нет денег, а собирать деньги, но мне лень. Мне лень, признаю. Поэтому мы просто спим. Мы спим с вами до утра, где-то до... допустим, они в 10 уходят. Если они весь день дома, то это хуёво, конечно. Ну да ладно. Ну да ладно. Блять, да подожди. Надеюсь, там сейчас жалюзи будут открыты, иначе мне никак не войти. Без стеклореза, скорее всего. Хотя я не думаю, чтобы там можно было его завязать. Так что, скорее всего, да, они будут открыты. Так. Опа. Они домой вернулись только. Ага, то есть... Они рано утром прямо уходят, да, из дома? Они только что вернулись, значит, рано... Или их ночью дома нету, кстати, как вариант, да? Так, давайте здесь встанем, чтобы пешеходы могли ходить. Смотрим, погнали. Так, взламываем. Бесит, кстати, что постоянно нужно взламывать. Да ладно, я сейчас с первого раза смог. Так, здесь я никого не вижу. Да, здесь только стеклорез, скажи, слушайте, нужен будет. Бля, здесь без стеклореза вообще никак. Может, они у них утром все-таки где-то окошечко открыто. Неужели мне еще деньги копить на стеклорез? Бля, ебланище. Ой, долбоеб. Ой, еблан. Блять! Ай, больно! Загрузить контрольную точку. Я вас понял. Нам нужен стеклорез. Все, что хочу сказать по этому поводу. Без стеклореза я пройти не смогу. Я это только что понял, осознал. И, блин, пошел я, наверное, копить деньги, слушайте. Все равно одно и то же придется делать. Так что вернусь я к вам, когда уже куплю стеклорез. И мы с вами пойдем воровать денежки из сейфа. Так что ждите, скоро с вами вернусь. Погнали. Ну что ж, друзья, я нашел на самом деле нам занятие намного поинтереснее. Я съездил один раз, заработал всего 500 баксов, и мне надоело. Поэтому я взял заказ в компьютере нашем. Вот, на какой? На 101 дом. Вот он, Смиты. Здесь нам нужно с вами сломать или украсть картину. Нам за это заплатят 560 баксов. Еще дополнительно мы можем что угодно из этого дома украсть. Вот он, этот самый дом. Я здесь ходил по кругу, смотрел. Есть вот такой вот щиток, сейчас мы о нем поговорим. В общем-то, там есть ворота и есть входная дверь. Никак перелезть по-другому нельзя, но когда ты взламываешь ворота или дверь, естественно, срабатывает почему-то сигнализация. Я походил, посмотрел, я обнаружил вот этот вот щиток. Видимо, он и является сигнализацией. Сейчас мы на него с вами посмотрим, полюбуемся. А, он тут изи, это автоотмычка. Это хорошо. Бац. Открываем. Ага, а вот он, видимо, и... Опа. Электричество заработает через 240 секунд. Мам, нужно теперь по фасту, видимо, со скоростью пули просто бежать, ждать, когда этот человек пройдет мимо, и взламывать входную дверь. Да, 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 как-то так. В доме, может быть, кто-то есть. Также тут еще есть камера. Что? Нифига себе. Так, ну давайте. Давайте начнем. Электричество заработает через 210 секунд. Ну хорошо, надеюсь, мы успеем что-нибудь забрать. Камера меня больше всего волнует, на самом деле, а на остальном мне как-то все равно. Все, мы смогли спокойно взломать. А вот она, та самая камера наша. Я не знаю, есть ли кто дома, а давайте мы сразу же... Вот она, кстати, картина, которая нам нужна. Мы сразу же с вами просто возьмем, залезем вот по этой штуке наверх, раз уж нам дают такое действие, да? И уже тут нам нужен стеклорез. Я тебя понял, блядь. А я... Вот так вот. Опа! Попрыгал, блядь. Так, интересно. Можем ли мы как-то без стеклореза? Потому что если нужен только стеклорез... Мне кажется, игра в этом плане слишком как-то сделана не очень. Ну, типа, везде нужен стеклорез. Никак по-другому в дом не попадешь. Только или открытое окно. Это, мне кажется, неинтересно, на самом деле. Давай венцо бахнем, заберем на всякий случай, да? Ну как на все? Опа, взлом, замочка, замочек, мы взламываем сами замок. К сожалению, хозяев я не видел, но мне кажется, они должны быть дома. А мы, кстати, можем это проверить, я сделаю вот так. Ага, вот они. Вдвоем там. Они, кстати, прям в главном холле сидят. Это меня не радует, нифигашеньки. Тихо.
Так, они... мы можем с вами посидеть до ночи. Давайте, наверное, так и сделаем. Такой вот сигналка. Сигналка. Что нам делать? Нам нужно сейчас по-хорошему уйти, да? Вернуться сюда ночью, когда они будут спать, мы с вами спокойно возьмем. Войдем в эту хату, и никаких проблем у нас не будет. Пока сигналки нету, мы можем спокойно с вами... Ворота мы открыть не можем, да? Не можем. Или можем? Можем. Заебись. Ладно, это было легчайшее. Мы с вами просто вышли. Хорошо, просто ждем ночь. Мы заново с вами включим сигналку. Ее нам, в принципе, должно хватить довольно-таки на долгий промежуток времени. И мы сами взломаем там все. На самом деле, это дом намного интереснее. Тут уже камеры, нужно запариваться, что-то думать, как делать. Это интересно. Кстати, вино может быть дорогое. Впервые вижу, чтобы у вина было название. Или я раньше не замечал просто. Черт знает. Не знаю, нафига мне столько все-таки простых отмычек. Я вроде научился уже взламывать. Ладно. Ладно. Сколько у нас все это весит? 2,6. Ну и фиг с ним. Пусть весит. Все, ждем ночи. Наступает ночь, а мы сразу же с вами вламываемся, так сказать, в хату. Вот они сидят на кухне в этот промежуток времени. Стоп, а мы не успеем или... Я могу главную дверь взломать? Сюда я просто сейчас выполню задание, на самом деле. Подождите. Мне просто интересно. А, она на меня смотрит. Не повезло. Ушла. Забираю картину. Фотографирую языка, блядь! Что, у него шокер был? Бля. Ладно, это было зря, я признаю. Ну, и она слишком тяжелая, я из-за этого не смог сделать, к сожалению. Окей, теперь мы знаем, что делать. Тогда мы берем свою, этот, Кадиллак наш, машину нашу. Они ночью будут спать, мы с вами все сделаем ночью. Бесшумно, по-тихому и безопасно, это главное. Я не ждал, что у чела будет шокер, на самом деле. Видимо, это правда какой-то богатый чел. Или это охранник, может, той девки. Все возможно, нифига я задрифтил. Все, спим. Спим мы с вами до 19. Давайте даже до 20, да? Чтоб ночь прямо наступила относительно. Все, выходим. Только не из машины, конечно же. Поехали. Поехали смотреть. Что, где, как, почем, зачем. Так. Машину оставим, наверное, там же. А, не, не там же. Мы оставим машину вот здесь. Потому что здесь можно будет изнутри открыть и потом удобнее выносить. Все, замечательно. Идем сюда. Они сейчас должны спать. Ну или их не должно быть дома. Но, скорее всего, они спят. Чё бы они дома не были, правильно? Хорошо. Электричество вырубаем сразу же. Бежим. Здесь очень много народу почему-то ходит, кстати. А какого хуя? Стоп. Не понял. А то здесь только народу ночью ходит. Что за фигня? Просто... А, ну вон там еще кто-то вышел. Но все равно что-то их много как-то тут ходит. А я не смогу взломать. Ладно, давайте попробуем. Может получится. Я вот так вот сяду. Если не запалят, будет замечательно. А тут еще и это, блядь, надолго. А, не? А, все, они все разошлись. Еще бы мне сейчас повезло, я побыстрее бы это взломал, тогда вообще все будет замечательно у нас, слушайте. Так. Заебись. А ты что тут делаешь? Пока. Ой, ты куда, блядь? Не понял. Это был, правда, видимо, охранник какой-то, и он только что вышел из дома и оставил эту женщину на произвол судьбы. Этим мы воспользуемся и своруем картину. Блять. Заодно сейчас чекнем, где эта девушка. Сейчас громко откроем дверь специально. Ага. Ее нигде нету. Значит, она крепко спит. Это хорошо. Мы забираем с вами сразу картину, закат. И бежим сюда. Сразу же мы ее сюда забираем. Может, если вдруг что пойдет.
не так, а скорее всего все должно пойти так. Да, все пойдет так. Не надо это сразу пессимистично нам мыслить. Все пойдет по плану, которого у нас нету, но неважно. Все, забираем. А теперь нужно посмотреть, что здесь вкусного в доме. Я вижу сейф. Мы как раз сегодня хотели с вами сейф грабануть. Вот нам сейф дали. Давайте. Окей, двадцатка. Ровно 20. Другую сторону. Ну-таки далеко крутить что-то. Ну вот-вот должно же быть. Во, угадал. Где-то 42, да? Ой, точнее 38, да? А здесь должно быть недалеко специально, да, сделано? Не. Ну давай, 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 давай. Ну вот, как раз сейф грабанули. А жгил грабанем? Грабанем. И деньги копить не надо. Сюжет, конечно, хорошо, но... Ограбление есть ограбление. Капец, скрутить надо, слушайте, далеко. Так, главное не обосраться, да? Открываем. Опа. Бля. Слушайте, они очень дорогие. Вы знаете, сколько эта штука вообще стоит? Вы, наверное, не знаете, но я вам скажу. А, два таких брюлика стоят каждый по 800 баксов, чтобы вы понимали. Мы только что украли с вами из сейфа 1600 баксов. Это дохера. Это очень много, на самом деле. Это прям очень много, я бы сказал. Это хорошо. Сейф-то очень вкусный оказался. Так, девушка там спит? Не вижу. Ладно, пойдем здесь поворуем. Бля, инвентарь заполнен. Так, тогда давайте отсюда уходить, а я возьму еще одну картину. Только она маленькая. Стоп, мне нужна большая. Но больших я не вижу. Так, давайте вот сюда ее перенесем. Тут есть большая плазма еще. Ладно. Так, так, так. Давайте сядем, а во-первых, брюлики скинем. Блин, это дофига мы сейчас с вами украли. Я сам что-то аж охуел. Изумрудный браслет и обычный браслет, друзья. Это получается окуп. Ну мы и не тратились, типа. Это фулл окуп получается. Тихо. Бля, да что вы тут ходите? Смотри, какой он не толпой тут ходит. Сука, люди, сколько время? Где время? Час ночи, ты что тут делаешь? Вот именно, валяй отсюда. Так, что мы здесь еще можем воровать? Давайте я включу. Давайте вас поворуем. Мало ли. Интересно получится своровать. А, это все книги, это нас не интересует. О, мобилу я возьму. Дальше идем сюда. Чайники, всякие приборы меня тоже не интересуют. Все довольно-таки дешево. Наверное, стоит. О, я бы вина забрал. Мне кажется, вино можно дешево продать некоторое. Ой, точнее, дешево. Дорого можно продать. Капец, у вас ванна, вы что, ёбнутые? Ладно. Довольно-таки дорого можно продать некоторое вино, поэтому мы его забираем. И вазы тоже. И у нас место кончилось, да? А мы, наверное, больше ничего взять-то и не сможем. Давай чайник. Нет? Да, мы больше забрать ничего не можем. Стеклянная тарелка. О! Я же говорил, нам была большая картина нужна. Вот она, наша большая картина. Все, плазму мы, к сожалению, не за... Стоп, я кое-что заметил. Надо это забрать. Подождите. Я еврей. Опа-опа-опа-опа. Это мне. А геймпад? Консоль. О, погодите. Давайте, может, консоль тогда заберем лучше. Че я тут говна насобирал? А, синяя ваза. Не нужна. Дальше. А, вино заберу лучше. Темно-красная ваза. Не нужна. А вот геймпад... И плойка. О, нифига она весит. Погодите. Может, она довольно-таки дорогая просто. Я из-за этого не хочу ее оставлять. Вот, черно-белая ваза. Кидаем. Видеоигра. Хорошо. Может, Nokia сейчас можно забрать? Дай Nokia! Ладно, без Nokia, так без Nokia. Все, погнали отсюда. Мы с этого... Это... О, подождите. Не, я про картину забыл. Ёб твою. Так... Картина, вот она. Картина, вот она, мы ее забираем. Так, это не обращать внимания, у меня перенос просто вещей. Да, поздно, я понимаю. Ну вы же, блядь, ходите тут раз, два,
3, 4, блядь. 5 человек тут ходит, понимаете? 5 человек тут ходит. В это время позднее, я в ахуе. Ладно, это было тяжело, но мы справились. И это круто на самом деле. Мы довольно-таки много денег с вами поднимем с этого темы. Сейчас даже посмотрим, сколько мы с ней сможем поднять. Ну, вот вам сейф. Окей, мы с вами грабанули целый сейф. И слушайте, это довольно-таки неплохо. Это очень даже неплохо, я бы сказал. Сразу же домой, мало ли что в инете можно продать. Сразу просто глянем, на всякий случай. Мало ли там что-то новенькое еще появится. Да, все возможно. Изумрудный браслет. 400 карл. Мне сейчас только опыта дадут. Я 2 левела только что. Я 3 левела апнул почти. Вау. Вау. Это, видимо, было очень тяжело сделать, но я смог. Так, вот черно-белая ваза. Смотрите. Так, ну и все, да. Ну, ну и ладно, больно надо. Все, погнали. Погнали в ломбард. А, нет, стоп. Какой ломбард? Сначала мы берем с вами и идем сюда. Нам нужно с вами изумрудный браслет сначала разобрать. Зажимаем, он и разбирает, я уже научился. Просто зажимаем, от нас больше ничего не требуется. Не знаю, зачем вообще эта мини-игра нужна, ну ладно, пусть будет. Так, все, эту драгоценность мы разобрали. Следующее у нас идет, вот это. Это вот как раз таки та, которую мы с вами в прошлый раз разбирали. То есть, это еще была дешевая, мы ее продали за 800 баксов, да, если я не ошибаюсь. Или 500. А вот ту, которую мы сейчас разбирали, она должна быть вообще дорогой, по сути. Вопрос, насколько дорогой? Вот это меня больше всего интересует. Так, все, мы с вами все разобрали. Да? Да. Погнали. Погнали продавать предметы. А еще, кстати, мы должны забрать, наверное, деньги за задание. А, нам уже дали, у нас 1000 баксов. Нам дали 500 баксов. Хорошо. Все, поехали. Мне еще интересно, сколько стоит игровая консоль. Опа, а у нас с вами появился новый райончик. Это, кстати, круто. Это очень хорошо. Надо будет сейчас посмотреть, съездить туда. И думаю, на этом можно даже серию и закончить. Сейчас глянем, что там за район. Сколько? Эта картина стоила 2000 баксов. Вау. Вау. Вау, что? Ладно. Эта картина стоит 18 баксов. Ну, чтобы вы сверились, да? Сколько та и сколько это стоило. Окей. Вино довольно-таки дешевое. Зря я его все-таки взял. Геймпад не зря взял. И консоль не зря взял. Геймпад стоит 240 баксов. Консоль стоит 1000. И вот, кстати, браслет, который мы в прошлый раз продавали, 800 баксов. И который мы сейчас продаем, новый, 1500. 6600 долларов у нас с вами есть. И у меня за окном кто-то поехал куда-то. Едь нахуй, будь добр. Чё? Чё ты был за... Ладно, появился у нас новый район. Улица Ричи Р. Давайте с вами глянем, что это за улица такая. Просто проедемся, посмотрим. Мы с вами заработали целое состояние. На самом деле, типа, серьезно. Это круто. О, тут какие-то ветряки. Как выглядит карта? Сейчас глянем, да? К сожалению, карту открыть саму нельзя. Так, ну тут вот такой вот богатенький домик уже у нас с вами, да, присутствует. А, ветряк. Вот тут слева. Окей. Еще ночью заодно вообще красиво. Так, тут уже особняки прямо, да, полноценные. О, так это ж хорошо. Это очень хорошо. Это прям очень хорошо. Тут прямо, смотрите, а заборы большие, какие-то участки невъебические. Это вообще что такое? Это пентхаус какой-то самый настоящий, да? Смотрите, какой забор тут. Ёб твою, ёбт. Не, ну мы это грабить никогда не будем, я вам прямо скажу. Здесь тоже довольно... Здесь одни большие здания, смотрите. А, ну здесь не здание, здесь просто какой-то участок непонятный. А вот здесь прямо тоже здание уже. Которое можно ограбить. И слушайте, это очень дорого, много и что, бля? Ладно, там мы уже проезжаться не будем. Мы увидели, мне кажется, самое интересное. Я хочу еще вот сюда заехать. А это магазин, наверное, автомобилей. Я так думаю. Сейчас посмотрим. А, или здесь просто машину со штрафстоянки можно забрать, да? Так, ну вот тут чел сидит. Во, владелец магазина. А, мы не можем пока ничего купить, к сожалению. Но потом мы, видимо, сможем покупать машины. Это хорошо. Ну что ж, друзья, я думаю, серию-то на этом можно закончить. Не зря я решил этот дом грабануть. В итоге поднял целое состояние. Вот, типа, серьезно. У нас есть 6000 баксов. Мы, конечно, сейчас 2500 с вами потратим. Ну, потому что нам нужно стеклорез купить. Но, тем не менее...
Мы с вами подняли очень много денег, и если что, мы знаем теперь, где с вами тратить деньги, да? Ну, это дело святое. Это дело святое, мы с вами...